в совхозе Новый Мирнинского района в разгаре сенокос. В этом году работники предприятия посеяли 360 гектаров трав. Но плохая погода не позволила начать работу раньше, и на поле вышли лишь в конце июля. Анна Винокурова продолжит тему. В совхозе «Новый» лето – самое ответственное время года. От того, как пройдет сенокосная кампания, зависит количество и качество молочной и мясной продукции предприятия. Традиционно летом мы вышли на сенокос. Сейчас в скором времени, через недели-полторы, выйдем на уборочную. Ну, бригады все заброшены по сеноугодиям. В принципе, проблем пока на данный момент никаких нету. Но я так думаю, что справимся со всеми поставленными задачами и планами. На заготовке сена трудятся 98 человек в трех отделениях – в Сюльдюкаре, в Тасюряхе и в центральном отделении села Орлах. Травостой, конечно, желает лучшего. План у нас 1800 по совхозу. Но по отделениям, значит, оно Сюльдюкар 400, Тасюрях 450 и основной вот это – львиная доля на центральное отделение. В прошлом году в совхозе пробовали вырастить кукурузу. В северных условиях растение выросло до 70 сантиметров. Якутское лето оказалось слишком коротким для созревания царицы полей. Кукурузу больше не будем созревать. Будем, как в прежние времена, на силу пускать овес и горох, и проса. Рабочий день в Новом начинается с восходом солнца и заканчивается с его последними лучами. Работники времени зря не теряют. Один день год кормит. В предприятии надеются, что погода будет благосклонна и не будет протяжных дождей. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».